Ну, с точки зрения скамейки, конечно, нервная игра была. Ни один из соперников не хотел уступать. Поэтому эта нервозность состояла до конца матча. Потому что две команды действовали очень хорошо в обороне, в центре поля. Выполняли, я так думаю, что и соперник выполнял установку тренера. Поэтому слишком большая была плотность, много борьбы. Конечно, в таких играх решают моменты реализации. Я думаю, что если бы Советский на 5-й минуте забил, наверное, чуть по-другому игра пошла бы. Кому-то из соперников пришлось бы раскрываться. Возможно, и складывалось бы второе. Но имеем моменты. В последних играх реализация подводит. Вроде ребята, которые умеют забивать, а то штанги, то мимо. Ну, мы довольны победой, потому что в плане борьбы за медали нам после ничьего полоски уступать нельзя было в домашнем матче. Поэтому мы набрали 3 очка, мы довольны. Сейчас неделя была очень насыщенная, 3 игры за неделю. Поэтому чуть отдохнем, и до перерыва у нас еще остается игра с Арсеналом. Тоже команда молодая, интересная. Поэтому будем готовиться, чтобы на паузу опять эти паузы. У нас каждый месяц осенние паузы. Ну, так сложен календарь, поэтому до паузы постараемся завершить этот цикл удачно. Для этого будем готовиться. Спасибо. А есть ли вопросы? Андрей Викторович, Михаил Козлов пропускал прошлый матч. Сегодня был заменен. С чем связано? Связано с его болезнью, во-первых. После Солигорска в Витебске он почувствовал перед игрой с Новополоцком была температура. Поэтому мы его привели. Он 2 дня, в принципе, отболел. Врачи сделали после этого все эти процедуры для того, чтобы сегодня вышел. Конечно, после болезни на всю игру его не хватит. Миша парень волевой, но в этой ситуации он даже сам попросил замену, потому что ну чуть физически подсел. А так никаких претензий к нему нет. Лаврик больной, тоже температура, какая-то инфекция, видимо, после этих выездов зацепилась где-то. Хорошо, что только в единичных случаях не пошла дальше. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно, но... А лечение не попал, просто в заявку. И последний вопрос. У Магди уже, я так понимаю, что заповедник за дубль набирает форму. Можем ли его в этом сезоне увидеть на поле? Дебют его? Сказать честно, я не могу сказать, наберет ли он форму сейчас. Будем стараться, чтобы он эту даже паузу на сборную мы проводимся индивидуальные тренировки, но насколько он сможет набрать те нужные кондиции для того, чтобы выйти и усилить. Пока есть вопросы.